Всем доброе утро, мои дорогие. Ой, что у меня с голосом? Боже. Только проснулась. Ну, я как проснулась, вот кофеек сделала. Сейчас покажу, сколько времени. Вот еще 6 утра нет. Не могу спать. У меня это ухо прям так шумит. Новые звуки стали. Блин, я какая-то уродина. Новый звук у меня появился, тоже стал дополнительно. Сейчас это пищать. Сейчас я кофе сделала. Попью маленько, буду делать наш традиционный завтрак. Мы с Джеффом каждый год делаем на Крисмас. Давайте я вам покажу, какие у нас подарки. Не знаю, мы со Светой в этом году сказали, давайте без подарков. Что-то у меня правда горло не то. Не заболеваю бы. Это. Дети у нас в школе все болеют. Смотрите. Мы сказали, я и Света говорим, давайте без подарков в этом году. Ну, какой, как это, первое время чумы, как бы, подарки хотя бы не надо. Соберемся, поужинаем. Сейчас включу елочку. Мы со Светой детей только поздравили. Смотрю, Джефф выложил. 3 тут, он маленький еще. Я ему говорю, Джефф, ну я же сказала, не надо ничего. Он такой, это не подарки, это покупки. Выкрутился. Малякушка еще принесла. Они вчера приехали с Винцем. Ой, господи, горло болит у меня. С Винцем приехали, я им кое-что собрала. И это... Они говорят, мам, мы просто... Это не подарок, это просто что-то так... Ой, боже, слово забыла. Чисто не синь. Ой. Все уже. Ну, как бы что-то маленькое. Тут я Иринке с Крисом. Они сегодня к нам придут на ужин. Иринка, это Светина дочка. Тут вот уж подарок им. Большое шампанское. Ух, огромное. И тут вот еще подарочек. Не знаю, я вам показывала, нет, как у меня вот этот ангелочек. Сейчас я включу. Я стараюсь его не так часто включать, потому что не знаю, чтобы не сломался. Так, что еще? Ну, сейчас я свечки включу. Такие свечки хорошие, смотрятся прям как натурально. Сейчас я... Подождите. Ну, смотрите, как будто бы прям огонек такой. А я что такое? Так, вот большая. Ну все, покажу, какой завтрак приготовлю. Не знаю, когда Джефф встанет. Я люблю, как просыпаюсь, мне главное кофе попить и дела делать. Сегодня, когда гости придут, малякушка придет пораньше мне помочь. Потому что я не знаю, если стол вот так в середку поставить или как буфет сделать. Ну, мы с ней вместе решим. Девочки, я всех поздравляю, у кого тоже сегодня Рождество. Всем счастья, мирного неба над головой. Чтоб все было хорошо, спокойно в этом мире. Туська, давайте я вам покажу все. Я завтра приготовила. Это у нас, знаете, уже точно. Я каждый год вам показываю, что у нас прям в традицию вошло. Вот этот вот френч тост. Смотрите, такой вкусненький. Тут соус такой особенный. Бананы, орешки. Сам френч тост. Вот Джефф еще немножко яичек поджарил. Так, обычно у нас раньше был бекон. А я как перестала мясо есть, мы перестали делать бекон. Вот, смотрите, если кому-то интересен рецепт, у меня есть на канале самое первое видео, которое я как бы у себя выставила на канале.
Это был вот этот френч-тост. Сейчас шампанское, мимозу выпью. И так начнем Крисмас праздник. Дуся, тебе нет френч-тост. Помощница пришла ко мне, мы с ней уже столы выставили. Сейчас она соберет. Тарелочки протерли, помыли. То есть сначала помыли, протерли. Ага. 9 человек нас будет, да, дочь? Да, 5 вот на этот стол и 4 на тот. Ага, давай. Смотрите, купил кукурузу, такую интересную. Посмотрим, я вам покажу. Надо будет ее в духовочку. Мне ее поближе уже. Сначала то, что долго будет стоять в духовке, а уж потом, потому что минут 10, да, ты говоришь, дочь, всего должно быть? 10-12. Ну, хорошо. Ага. Мы с ним вот так вот переставили 2 стола, выставили. Здесь вот так вот мебель сдвинули. Нормально будет, я думаю, хорошо. Я тоже думаю, будет замечательно. Ага. Я ресницы приклеила. Давно уж не приклеивала. Хочется маленько так это повыразительно быть. Но наряд такой зато, знаете. Да ладно, я пойдет. Ага. Девка, давай вместе к елочке. Эй. Merry Christmas. Merry Christmas. Осталось у нас минут 15-20 до гостей. Я немножко доливаю водички. Ага. С лимончиком. Все аккуратненько. Да что, куда думаешь вот эту поставить бутылочку? Может, давай пока вот так вот на стол красивый. Да, сейчас Свет придет, мы решим. Ой, Света! Как раз. Ну-ка, Светулька. Хло-хло. Ой, гуднес. Ух ты, платьишко новое. Платье. А я не влезу в платье, которое планировала. Сейчас разводить ты, зато. Ты из Гэри? Ты Гэри, Мэри Кришмас. Мам, зато смотри, у тебя цвет тоже черный, так что не чувствуешь. Ну да, прям... потому что я думаю, как будто я слишком темно. А, это цвет. Такой длинный еще. Чересчур длинный. Я хожу как королева. Да, если еще я тебе могу обрезать цвет. Да, я сама могу. А, да. У меня же все есть. Table looks yeah, Малика did. I did seven. Блин, I did seven. Гэри говорит, красиво смотрится в стол. Смотри, такие огурчики. Малюсенькие. Бутербродики. Так. Oh, he's coming. He's gonna be coming with his dad in actually probably any minute. Да, запихнула. Ну-ка, давай, что там у тебя? Гэри, come over here. Oh, so nice to see you. Ой. Так, держи. Давай, шнай, лазанью. Oh, thank you. Все для меня овощную сделала. Так, надо... Так. Надо, наверное... Что такое, Светуль? О, давай, давай. Слушай, тебе не надо будет вот это. Ой, put over here, она плейт. Макаша. Yeah, она плейт. Не-не, сразу ложись, ложись сразу. Да, давай, да что? Вот пусть так, как это стоит тут, ага. Чтобы не текло. Я хорошо, хорошо. Окей. Окей. If you want to go to the bathroom to wash your hands, it's right there. Света, тебе вот эту тарелку не надо, ни для чего? Нет. Я думаю, вот будет их оставлять, тарелка горячая. Давай, я сейчас что-нибудь подставлю под них. Тут мясо. Хорошо. Ага. Пришел, принес 2 большие лазаньи. На нас на двоих. Одна обычная, одна вегетарианская. Мы такие, вау. А он итальянец настоящий. Ну, да. Интересно, будет попробовать. На, рыбку. Надь, прям тоже в этой ставь, чтобы не вонял ничего. Ой, какая прелесть рыбка. Ой, I can hear it. Ой, какие грибочки. Взяла это магазинный, который, помнишь, у меня был дом дай-ка. Это тебе подарок. Потом ой, будешь сидеть, когда варенье тебе варенье. Еще наварил, варенье тебе заварила. Так, давай на улицу поставлю. Сидеть буду. Давай это сразу поставь, дочь. Тоже? Тоже поставь, да. У мамы еда нету. Ну, в морозилке на нем. Немножко. Немножко. Ой, смотрите, что свет принесла. Yeah, it's a cucumber. Cucumbers? It's like baby. Ага, Света сделала сельдь под шубой, 100 лет не ели. Так, посмотрим, что у нас здесь. А, аспаргус, ага. Пусть пока тепленько стоит. Так, здесь, по-моему, лазанья. Да, Свет, тут лазанья мясная, да?
Да, здесь лазанья мясная, маленькая тебе лазанья. Вот она. Вот здесь спарагус просто не стала. Хотел вместе со стейками положить, но не буду, потому что ты не поешь. Хорошо. А там стейки. Смотри, стейки. Ой, какие колесья. Да, хорошо. Так, а тут стейки всякие. У нас картошка, а корна... Ой, боже мой. Ой, ух. Так. Так, так, сейчас. Так, вот так, Надя, смотри, Свет, ты представляешь, зимой будут как летние цветы будут цвести. Ой, какая красота. А это елочка такая. Ой, классно, Надя. Спасибо. Обожаю цветы, я обожаю. Я не забудь только взять цвет. А это что у вас здесь такое? Где? А это что такое? Это картофель по-новому, Свет. Бри? Так, да. Сейдж наверху. Я вижу. Ну, по идее, вкусненько должно быть, но... Да. Ну, на любителя, я думаю. Не знаю, Свет, но оно должно быть вкусно. Там густые сливки, всякая приправка. Ну, я думаю, хорошо. Я. Окей. Я вот так рядом положу, пока не будет картин портить. А, ты не хочешь втыкать цвет? Картин не хочу. А, хорошо. Хорошо. Я просто думала, что и так все туго тут. Поняла. Хорошо. Так, вот это дайте я сейчас покажу, что у нас еще стоит на холоде. Тут у нас шампанское, несколько бутылочек. Потом пиво, дети любят вот эту корону легкая, которая такая облегченная, как лайт. Ну, легкая, наверное, да? Блондиночка. Нет, блондиночка. Вот она. И чернушечка. Хорошо у тебя платье. А я... Ой, боже мой. Такой платье. Ничего залазить. Все это нет. Конфеточки рабочие. Конфеточки вот здесь. Оно вот так в коллективе-то работает. Да. Особенно а праздниками еще такая говорит. Слишком маленькая пироженка. Я такая говорю, ловлю тебя на слове. Приду с праздников, я тебе большую принесу. Она, правда, что люблю? Принесу. Заставишь ее съесть. Зато, расскажи, давись. Да. Ой, говорит, вкусно, конечно. Мало, да. А я с шефом делил, кажется, вот на один зубок. Вкусненько, Свет, пироженки делал. Я показывала, как они называются. Павлова, да. Ну, давай. О, кто-то идет, Вен с отцом. Вен с отцом, да. Он подарок мне идет. Так, пошла я там. Ой, блин, сказали, это не надо. Подарки? Надеюсь, что нет. Нет, я не знаю, что с этим идет. Пойду встречать. Окей. Flowers. Yeah. Hey Gary, how are you? Good to see you. Oh, my goodness, some goodies. And this, to put those here for now. Oh, nice. Okay. Thank you. Смотрите, свекр у молекушки итальянец. Какие-то печеньки принес итальянские. Сейчас покажу, что еще. Ой. Он любит сюда что-нибудь, какие-нибудь гостинчики приносить. Ой, пироженки. Пироженки. О, ламанджело. О, ну это обязательно. Вот так вот. Salsa water. Light beer. We have champagne. We have... we don't have soda, I know that. But, what do you want? So you don't want anything out with alcohol? Is that or not? No. What, the lasagna or mushrooms? Anyone else want some before I send this? We got a whole thing going on here. Oh. Yeah. Whose plate do I have? That's Ernie's. Okay. But Ernie's going to do this Monday. Who's going to choose it? Yes. Come on. Mushka's this? No. Uh-huh. No, I was just sending pictures. Mushrooms. Mushrooms. Oh, that's it. Yeah, that's right. I'll look over again. Next time I'll know what to say. Oh, I've only seen her once, so that's good.
Is that really? Is that true? Yeah, last Christmas. Mm. Давай больше это с нижнего слоя. Ну-ка, давай смотри. Ничего не вижу. Даже очки. Я сама без очков не могу. Смотреть это. Название. Там, да, а там это вино, оказывается. Mm-hmm. Я вот эти вчера набрала в этом. Палестериал. Что, зашла? Не шапенечка. Зашла. $500. Ну, так вот. Набрала шампанское. Давай. Давай сейчас тост какой-нибудь сделаем с тобой. Чуть у меня горло прям свет. Горло что-то у меня. Из-за атома работала с ним, считай. А у меня кашель. Не сегодняшней ночью, а перед этим. Я выпила, мало того, что я выпила, я еще выпила лекарство. Или нахраплю, естественно. Я когда выпью, захраплю. А еще лекарство, я вчера ослабился. И мы такой... А он, Вероника еще ушел спать, а я уж 2 часа спать легла. И он уж выспался такой, Свет, повернись вот на я. На спине он такой, повернись на бок. Да, ты храбришь, такой... А ну заткнись. Не хочу в банку звать. Хочу плакать. Бедный день. А я им такая. Иди вниз. Иди. Включи телевизор, он лежит на своем кресле. А правда, мы вот уже тоже, что я, что Джефф, храпим. Надя, а я... Кто вперед уснет, тот плакит. Я так-то, в общем, не храплю, когда я выпью. А еще плюс лекарства выпила. Расслабляющие. Конечно, я там как расслабилась. Не знаю, не только храпел, может, уже что-то. Ой, блин. Моя любимая новогодняя песня, кстати, Christmas. Да? Вот а это. Моя Last, вот last моя. Christmas. А моя вот эта вот. Давай, святой, давай, чтобы мир во всем мире, чтобы остановился войти. Ну, хочется это, дура, ну как, хочется. Говорю, все не стало. Сели. Даже не завтракали. Кофе. Кофе так. Я даже не хотела завтрака. Представляешь, вообще ничего не хотела. Молчу. Что-то там поела. Пирог какой-то. Апл поел. Вчера пил. Это... Давайте. Что все хорошо. Крисмас. Многие сегодня отмечают Рождество. Для детей сегодня радостный день. Они любят подарки открывать. Что-то это день. У меня сегодня одного подарка. Ну, цветы тоже дарятся. Но сейчас вот дети принесут. Мой проснулся. О, я, кстати, лотерейки с крыч купила, все проверила. Пока не проверила, не угомонилась. Натура, я люблю это. Да, я тоже, кстати. Я выиграла $118. Ба, сколько потратила? 80. Ну, не так уж и большой выручек. Да, считается, с одной я одну только выиграла. За 5, которую купила, 100 с нее выиграла. А так, считай, как бы одна была лаки. Да. Да и ладно, мне просто вот хотелось. Ну, сам главное, вернулась моя потраченная. 100%. Фан поимела и плюс деньги вернула. Давай. С Рождеством. С наступающим.